Глава Ленинского района продолжает рабочие встречи с коллективами предприятий муниципалитета. На этот раз Валерий Венцель отправился к работникам компании «Дорфсервис». В ходе беседы он напомнил о скором праздновании Дня Ленинского района. Подготовка к этому событию станет своеобразным испытанием на прочность для данного предприятия. Ведь благоустроенный и украшенный муниципалитет – его прямая компетенция. Далее Валерий Николаевич перешел к тематике развития Ленинского района, в частности, необходимости создания качественной инфраструктуры вслед за стремительным ростом числа жителей. Особый акцент был сделан на состоянии дорог. Глава отметил, что уже сейчас есть существенные подвижки в основных проектах последних лет. До 31 августа у меня стоит задача, которую мне определил губернатор, по подписанию дорожной карты по выезду 6-го микрорайона. Это очень тоже важное. Но поймите, что одним выездом 6-го микрорайона мы пробки все не решим. У нас город прирастает не только с южной стороны, но и с северной. Северная у нас Тарычева. Вот когда Тарычева будет выезд на МКАД, вот тогда уже будет легче. Вот тогда можно говорить о том, что давайте думать о нашей внутренней сети. «Дорфсервис» – крупное учреждение, его коллектив насчитывает порядка 500 человек. И вторую часть совещания посвятили жизнедеятельности самой компании. Проработав главой немногим больше месяца, понимаю, что дорожная служба и служба благоустройства – это настолько большие структуры, которые, в принципе, самостоятельно должны осуществлять свою хозяйственную деятельность. Дорожники должны заниматься дорогами. Благоустройство должно заниматься благоустройством. Точка. Также глава отметил необходимость премирования и повышения уровня заработной платы сотрудников. Кроме того, во время беседы обсудили каждодневные трудности, которые создают помехи в качественной и быстрой уборке территории. Возьмите Березовую улицу. Вот я еду сегодня, убираю. Я не могу. Это грязная дорога, грязь. Стоят машины. И как быть тут? Где там работа? Эвакуатор, ГАИ или что-нибудь? Давайте маршрут составлять, где надо это делать. Я обращусь на начальника полиции, чтобы он, значит, дал распоряжение ГИБДД. В завершении сотрудники «Дорфсервиса» пригласили Валерия Венцеля посетить ремонтную базу компании в Петровском, где есть проблемы с некачественным дорожным покрытием. Глава района принял это предложение и наметил визит на вторую половину сентября.